Всем привет! Давайте продолжим изучать программу ZBrush. Что будем делать? Давайте возьмем вот эту модель нашего Arni. Можно взять, конечно, и из Tools вот эту вот модель. Но я вот захотел на своей модели. Просто прикольнее будет, чем обычно стандартная модель. Неинтересно будет объяснять. Давайте поменяем вот этому джентльмену позу. Как это будем делать? Нажмем Simple Brush, жмем Switch. Теперь заходим опять в Tool и нажимаем The сферу нашу. Так, теперь удаляем нашу модель, открываем нашу здесь сферу, жмем Edit. Заходим в Region, клавиша. Заходим в Region, нажимаем Select Mesh, открываем нашу модель вот эту. И вот такой вот у нас получается внешний вид. Что теперь делаем? Жмем Scale, уменьшаем нашу здесь сферу. Вот так вот. Жмем Move, выравниваем ее по талии, будем от талии плясать. Теперь жмем, выровняем модель полностью, она у нас симметрична в принципе. И давайте скайл еще уменьшим чуть-чуть. Вот так пойдет. Вот в центре у нас находится эта сфера. Давайте включим Draw, включим X симметрию и давайте вытягивать. Опять Move. Вот так это будет у нас таз. Теперь давайте на свободную сбросим. И опять нажмем наши сферы. Вот так теперь мы их вытянем до колен. И вот так вот. Отрегулируем. Вот так вот. Даже сбросим давайте. И сделаем цельные. Вот эти наши вытянем цельные. Немножко разведем. Вот так вот подкорректируем. Вот так вот. Что теперь делаем? Давайте опять жмем Draw. Опять вытянем сферу. И опять клавишей Move. Вытянем ее до пяток. Теперь опять Draw. И опять вытянем сферу. И будет, это будут у нас ноги. Так. Жмем Move, уменьшим Draw Size и вот так вот вытянем ноги. Вот так вот. Подкорректируем. Уменьшим модель, вынесем ее опять, выровняем и давайте теперь тело наше вытянем и по-быстренькому объясним, как это все работает. Жмем Move, вытягиваем вот так вот нашу сферу. Это будет наш хребет.
И теперь опять от драйв включаем и опять вытягиваем. Подкорректируем. Чуть-чуть уменьшим по модели. И теперь руки сделаем. Вот так у нас получается локоть. И теперь от локтя еще одну сделаем. Thank you.
Можно вот так вот все вернуть. И вот так вот все у нас становится внешний вид. Потом можно это дело все сфоткать, поменять световую гамму. Вот так. И все это отскриншотить, поменять, сохранить модель уже в таком виде, без передела, допустим, других, ну, без изменения лепки. Потом все, всем пока. Понравилось, ставьте класс. До свидания.